бесчувственный, такой разгромный раунд пока за филиппинским боксером. И снова удар по туловищу. И здесь же Музак опять просто убивает, отбивает корпус большим количеством практически безответных ударов. Ой-ой-ой, какой тяжелый удар. Magandang araw sa inyo mga idol, at welcome back sa ating Munting Channel. Kung sa bugbugan din lamang naman, sa ibabaw ng lona ang pag-uusapan, ay hinding-hindi dyan basta-basta nagpapatalo ang isa nating kababayan. Dahilan upang magkaroon nga ito ng bansag na The Bull sa ibabaw ng lona. Yan ang matapang na Pinoy na si Alpe Dagayloan, ang tubong Zamboanga del Norte na isang Southpaw fighter. At para mas masubok pa nga ang kakayahan nitong si Alpe Dagayloan. Sa unang pagkakataon matapos ang mga naging laban dito sa ating bansa, ay ipinandayo na nga itong ating kababayan sa bansa naman ng Russia. Kung saan dito ay kanya namang sinagupa ang isang undefeated na si Madjar Zanuzak. Si Zanuzak ang fighter na nuwi tumalo sa dati din nating undefeated na Pinoy na si John Mark Alimani. Kaya naman hindi ito basta-bastang laban lamang para kay Alpe Dagayloan. Narito at ating panoorin na nga mga idol, kung anong laban nga ba ang ipinamalas dito ng ating kababayan. Madjar, хотелось бы немножко выиграл нокаутом у Суфакит Хамфы, бокс Silk Road, также в сине-красных трусах, такая Луана. Почитают оба работы на средней дальней и уже к особо события не форсируют. Жанузак вперед, ищет дистанцию, опять по корпу двигается, все время двигается, старается не застаиваться. Еще раз повторюсь, события не форсируют, мы его пока не видим. Честно говоря, знает, это бокс, здесь бывает все, вот хорошо. Казахстан, Дагайло. Да, очень такой интересный филиппинский боец. Мы видим, он работает с такими левшей. Сейчас мы видим, филиппинский боец вообще сосредоточен. Удар с дальней руки филиппинец. Вот такая комбинация. Практически весь первый раунд. И о, хорошо попадает сейчас Жанузак левым боковым практически. Жанузака. Мадьяр четко следует наставлениям своим. Чуть-чуть застоялся боец из Казахстана, и тут моменты начинает обострять переднюю ногу своего соперника. Итак, третий раунд у нас в поединке Мадьяра Жанузака и Альфи Дагайлоана. Мы смотрим, что во втором раунде активизировался филиппинец, начал обострять, и Жанузак, в общем, стал такие боковые. Филиппинец, видимо, любит он подраться. Почему нет? В раунде филиппинский боец. И давит, давит, кстати говоря. А вот, в принципе, получается. Ну, филиппинец. В принципе, многие филиппинские боксеры отличаются такой вот дрочливостью. Хорошо. Видимо, чувствует себя прекрасно. Такая Луан на ближней дистанции. На дистанции работали ребята. И как раз таки Дали смотрелся получше. И вот начинается второго раунда. Мадьяра почаще смещаться на ногах, больше делать выводы. То, чего не хватило до улета, да? Он оставался. Что нужно делать Мадьяру? Нужно давать сопернику промахиваться. Посмотрит, ну или мимо, или по защите, раз уж такой он настырный. И в сторону, совершенно. Я думаю, так и будет. В двух предыдущих случаях
до 10 раунда не доходило вообще. В одном случае он выиграл техническим нокаутом после 5-го, в другом после 7-го. В самом начале 4-го раунда пошли оба. Филиппинский боец хорошо сейчас планирует, видимо, немножко этим самым замедлить он. Жанузака. Мне кажется, зря Мадьяр порывается в этот размен на ближней дистанции. Ну, подразорвать дистанцию. У него неплохой джеб. Неплохо бьет издали. Да, чисто визуально филиппинский боец выглядит немного крупнее и чувствует. И, возможно, вот это вот бой вот этот на средней дистанции, размен ему как раз-таки на руку. Показывает Мадьяр, что якобы ниже пояса был. Да, все правильно кричат Жанузаку, не оставайся перед соперником. Дагайлуан, судя по всему, рубит к размену на ближней дистанции. Да, он здесь себя прекрасно, хорошо, мы видим, очень плотно защищает. Подозревает, что Жанузак просто подзавелся. То есть кто-то его подзавел, давай. Вполне возможно, давай. Вывел его и пошел в атаку также. Мадьяр Жанузак. Понимаешь, даже лучше меня, и ты же боец, как тренер, что все равно момент психологический в поединке. Или положительный, или же отрицательный. А решил так загнать в угол он Дагайлуана, пока не удается. Вот Дагайлуан хорошо себя чувствует, мы видим, на средней очень своего соперника. Смотрите, как он бил апперкот, сейчас апперкот ушел немножко. Поединок мы с вами наблюдаем, начиная со второго, наверное, раунда уже, да? Да, абсолютно верно. Здесь вот, ну, у кого больше сил, кто больше попадется, как-то так. Отлично, очень отличный. Мне кажется, Дагайлуан будет наращивать от раунда к раунду. Вот не сможет ли Жанузак выдержать вот эти вот атаки своего соперника? После хорошей боковой от Жанузака. Пятый раунд начинается с того же, чем закончился смена на ближней дистанции. Так, ну почаще нужно ему дистанцию разрывать после попадания, на мой взгляд. Сейчас попал апперкотом снизу. Филиппинский... Вот. Разорвать дистанцию, то, что нужно Мадьяру. И не свалил. Но показывает, кстати, Дагайлуан, что на этой дистанции тоже может попадать. Особенно, когда застаивается Жанузак. Да, только застаивается казахский боец. Смотрите, какую бомбежку устраивает ему филиппинец. Причем, смотри, коллега. Ох, каких два опасных удара, прошу прощения, перебил. Все, там та дистанция, на которой только не хватает Мадьяру чуть-чуть хитрости. Он вот включился в этот размен, типа ты мне, а я тебе, да? А мог бы, в принципе, эти удары, на коллега, ты говорил, это эмоции. Решил он принять этот... Ну и традиционно для небольших весов огромное количество не стреляет. Как говорится, нашла коса на камень. Вот здесь хорошо. Вроде бы. Вот здесь хороший боковой попадец. Но выглядит невозмутимый филиппинец. Он хорошо держит. Отличный апперкот попадает до Дагайлуана. Под концовку так называют. Шестой раунд, картина маслом, в общем, все то же самое. Как активно начал этот шестой раунд филиппинский боец. А Жанузак начал в удары просто вкладывать, просто машет. А вот смотрите, дистанцию теперь слегка, вроде бы разорвал Жанузак, но так достал его. С функционалом вопрос, может ли он вот так вот весь раунд, не отдыхая, работать. Начинает на нем сказываться. На выходе из клинча, да. Слева попадает, и еще раз туда же филиппинец. Ох, по-моему, ночует, не смещается, не бьет в ответ. Ой-ой-ой. Он уже начал сказываться во всем. Это нокдаун чистый, настолько на себя принять. Слишком плотный был прессинг в тот момент. Но время идется до конца, пойдет ли на обострение. Но, скорее всего, в той же манере будет так монотонно разбивать филиппинец. Чистый такой разгромный раунд пока за филиппинских боксеров. И второй нокдаун. Но тут недалеко и до досрочки. На счет 6 поднимается Жанузак. Нащупал он свою дистанцию и уже не отпускает. Мы видим, как... Пропустил здесь, да, боец из Казахстана. Ломит филиппинец. Дожмет ли он Мадьяра? Вот вопрос. И выдержит ли Мадьяр остаток? Это один всего лишь удар на огромнейшее количество пропущенных.
Ох, тяжело Мадияру, ох, тяжело. Но при этом он не клинчует даже, он даже не пытается клинчевать. Мадияр представляет Казахстан. Альфа Тагайлан сейчас пропустил, да, но он представляет Филиппины. В предыдущем раунде дважды отправлял в нокдаун Мадияра Женузака. Пытается смещаться Мадияр Женузак в вот режиме. Нокдаун это были прям навалил сейчас. Женузак быть самому похитрее. Но тут на это нужно Женузака подустал очень прилично. Ему не хватает сил на удары, он начинает застаиваться. А это как снежный ком. Он пропускает еще больше ударов и теряет еще больше сил. Три, как неплохо, кстати, филиппинцы. Остается минута до конца этого раунда. В принципе, пока удавалось справляться, но ох, апперкот он пропускает. Снова наступил сложный момент, потому что застоялся здесь Мадияр. И остановка. Нет. Показалось на секундочку, что сигнализировал, что ничего не было. Абсолютно верно, да. Филиппинец настоящий маленький бой, да. Маленький филиппинский ураган, настоящий свормер. Прет как танк, идет плотно перекрывшись, да, и выстреливает, выбрасывает удары. А вот это нокдаун. По-моему, или что ли, удар ниже пояса? Что фиксирует Семен Стахеев? Удар ниже пояса, видимо, да? Вот там ракурс был не очень понятный. Показывает Дани. И снова удар по туловищу, и здесь уже нокдаун. Нокдаун, третий забой. И первый в седьмом. Седьмом раунде. Мадияр Женузак выходит на восьмой раунд, несмотря на нокдауны тяжелые. Так, что здесь? Четвертый нокдаун за бой. Да, снова удар в туловище. Знает филиппинец, как работать. Все, пристрелялся уж. Сейчас пойдет на добивание однозначно. Так откровенно спасает свой корпус Мадияр. Принимает очень много ударов. При этом не клинчует. Соответственно, принимает удары в голову. Попадает. И еще один. Да, Мадияр в тяжелейшем положении, конечно. А по филиппинцу не похоже, чтобы он вымахался. Но стал пропускать филиппинец. Но его, я думаю, не важно. Эти пропущенные удары, у него стоит цель закончить бой досрочно. Очень тяжелое положение Женузак. Опять не клинчует. Отбивает корпус большим количеством практически безответных ударов. Ой-ой-ой, все, какой тяжелый удар. Да, это. Я думаю, все, надо уже останавливать уже. Это пятый нокдаун за бой. Все, отказ. Отказ угла Мадияра Женузака. Ну, друзья, я думаю, справедливость все, потому что 5 нокдаунов тяжелых. Sa pagpasok nga po ng ikawalong round, ay dito na tuluyang nahinto ang kanilang naging sagupaan. Kung saan dito na nga nagtagumpay ang ating kababayan na si Alpe Dagayloan. Habang nasira naman ang undefeated record nitong si Mediar Zanuzak, na siyang naging dahilan upang ito ay mapaiyak na lamang matapos ang pagkabigo sa Pinoy.